Привет, народ, с вами Ник Фрост, добро пожаловать в Mortal Kombat Mobile. Продолжаю играть вашими отрядами, и это просто замечательно, что мне не приходится морочить голову, кем бы сыграть. Тупо открыл комментарии, которые я вижу в реальном времени, только верхние, скажем так, если в этом каталоге взять, да? Это корневом каталоге, назовем это так, именно ответы под роликом. Если вы там друг другу кому-то пишете, те я не вижу. А вот все новые я вижу. И вот это прекрасно, что тупо заходишь, там уже списочек собран. Этот отряд, по-моему, Санта-Клаус просил. Я уже закрыл окошко с ником подписчика. А может, он даже просто гость канала, а не подписчик. По-моему, Санта-Клаус. Значит, Скорпион больше всего прокачан, что странно. Вот этот Скорпион и этот Саб-Зиро были у меня 3 года назад. Я уже тогда думал, что не буду снимать ролики по Mortal Kombat. Именно я их выбил. И у меня был первый глюк серьезный. На неделю у меня отвалился Mortal Kombat. На неделю, представляете? Просто при включении сети наступала ему жопка. Так, как я, блин... Так, я не знаю, что, ну пусть Скорп их поджигает, как всегда. У меня тут, ребята, все по классике. Может, вам не нравится то, что я именно вот так их собираю, но это связано с тем, что это мой новый план. Очень слабый урон у классического Саб-Зиро. Ермак очень жестко лупит. Лупит просто колоссально. Я в виде исключения, дам молот Саб-Зиро. Обычно, ну, реально, вот я собирался, да, записывать этот ролик, я думал, что молот будет у Ермака. Типа, хотел сделать Ермака супер-супер бомбой. Ну, вот сейчас глянул на их урон. Вот теперь красавцы, 44-44, и Ермака 46, и они все братья-близнецы. То есть, все достойны, можно меняться, как хочешь. Ермак получает свою родную шмотку. Единственный среди всех получает свою родную шмотку. Все. Самый большой второй спецприем сейчас у нас у этого Скорпа. Ермак хоть и 41 уровня, всего лишь на 2000 хуже. У этого было что-то там 37 или 38, вообще ни о чем походу. Благодаря молоту стало 44. Вообще было 37, херня. Эти, значит, по 73 валят. Где-то 73-71, а у этого 37 было. Но вы помните, у него второй прием очень необычный. Так, запись идет. Трансляция не идет. Ха-ха, давненько не было трансляции. Ах, как давно. То-то-то. Я там, кстати, обещал на 10 тысяч. Но, наверное. Будет видно, короче. Будет трансляция или нет. Да и 10 тысяч, хрен его знает, еще когда будут. Меня что, никто не смотрит. Плак-плак. Да, если честно, мне по. Мне нравится сам процесс, мне нравится именно вот это. Играешь, потом монтируешь, потом собираешь это в контейнер, заливаешь, сидишь в Photoshop, выбираешь какую-то миниатюрочку. Мне, блин, сам процесс прет. Вот так-то. Хотя, конечно, если было чуть побольше просмотров, было бы еще веселее. А, блин, я прилип. Так, ну погодите. Я прилип, надо отлипнуть. Не, ну жарко, елки, я не знаю, не поможет. Если я даже его включу на 18 градусов, это не вылечит от того, что я вплотную касаюсь к этому стулу. Так, все, это все лирика, продолжаем. Так, Санта-Клаус, играем твоим отрядом. Оп, оп, хип-хоп, сейчас он должен потянуть самого слабого. И самый слабый у нас кто? Эрон Блэк, фу, ты слабак. Очень радует, что у нее прием не особо опасен. Ну чё, владелец молота сейчас вам покажет. Ого. Блин, сука, я уже бросил мышку, чтобы в этом окошечке, в этом набивать. Вы поняли, да, которая у всех Саб-Зиро? У всех Саб-Зиро, кроме, блин, этого. Так, а через блок пробью? А, у него, понял. Это же не тот Ермак. Какой тут нахрен через блок? Он блок-брейкер. И я что-то подумал, что это тот Ермак, который фараон, который вот слева-справа экрана появляется и ему дохает. Well done. Well done. Так, спасибо в очередной раз должен я сказать разработчикам, издателям и всем людям, приложившим к этой игре и нарисовавших аж 6, сука, новых заставок. Лого-скрин. Но не могли бы вы
Еще 6 добавят в следующем обновлении. Пожалуйста. Ну это ж просто какой-то писец. А лучше по фотке на каждого бойца. Ну, наверное, игра вырастет мегабайт на 200. Но у нас же есть прекрасные технологии сжатия. Сожмите, блин, эти картиночки, елки-палки. Да и пофиг, игра сейчас весит 2 раза меньше, чем она была на старом движке. Там по 2 гига было, а сейчас до гига. О, уже опасность. Пиу. А ничего так Саб-Зиро, блин, вкачался. Все, магия молота. В блок, так в блок. Блин, я не успел. Блин, я не набрал 80. Ай, нубяра. Кровотечение. Иди сюда. О, почти рентген. Черт. За это ты будешь покаран, падла. Вертикальные свайпы не самое любимое занятие. Смена отключена, ты понял? Блин, снова вертикальные свайпы, да ну нахер. И знаете, что я думал? Купить такой же Hewlett Packard Monic себе основным, но нету Full HD. То есть там Full HD до 24 дюймов, мне бы хотелось что-то не меньше 27. Есть 27, но там 2К. Не хочу его брать по причине, ну у меня, как ее там, GTX 1060. В 2К она вряд ли потянет. Не, ну блин, комбат может и потянет, но... Остальные игры нет, а покупать 2К моники и играть Full HD как бы не вариант. Или уже 31,5 дюйм 4К. Стоит он как бы без матов. Много. Но меня другое пугает. Размер пикселя. Настолько там мелкие пиксели. Я не знаю, там от 32 может и выше надо, наверное, брать туда дюймов под 40. Потому что, блин... Размер пикселя очень мелкий, возможные проблемы с текстом, придется, возможно, включать масштабирование. Короче, я не знаю. Сейчас я, кстати, нашел прикольный моник. Все как я хочу, 27 дюймов, Full HD, 144 Гц, 1 миллисекунда отклика от серого к серому. И куча всяких ништяков. О, его нет в розетке, например. Есть на каких-то левых магазинах, но они настолько стрёмные, я боюсь там брать. Ну, можно было бы купить, проверить. И сделано IPS-матрицы, все как я хочу. Ну, плюс вся вот эта херня управления со смартфона. Так, пора, короче, рентгены пулять, что ли. Короче, у меня сейчас одна больная тема. Монитор! Монитор! Что? Он умер? Ладно. Тут. Да, еще ремонт, это моя вторая больная тема, которая не идет. И вот вместо того, чтобы сегодня линолеум умножить, Колька сидит играет. Ай, молодец! Так. Ничего не могу сказать ни хорошего, ни плохого об этом отряде. Кстати, несколько раз Брендита убивал, но это было еще в те времена, когда он играл в комбат. Я не знаю, играет он сейчас или нет. Вы же знаете, что людям, которые, например, играют в PUBG, им всем контент по папку, как это называется, в интересных каналах или как это, ну, постоянно подсовывает. Я в Mortal Kombat, мне постоянно всякую хрень по Mortal Kombat кидает. Бывает, придут гости, да, или не гости там, а разбирала как-то стиральную машинку, мне было интересно, как же там, блин, она устроена. Посмотрел пару роликов по стиральной машинке, ну, точнее, даже не пару, а один. Ну, YouTube, они обещают, что исправят. Это уже обновления вышли на мобилу для избранных. Не для всех, а для некоторых. Она стационарная и в Chrome. Потом выйдут. Короче, жестко. Раз вот так про стиралку посмотришь, как амортизаторы менять. И 2 месяца оно тебе будет в рекомендованном контенте фигарить про все стиральные машины. Вот поэтому я никогда никого не пускаю за свой компьютер, пусть заходят под своим аккаунтом, потому что... Вот так, да, блин, сука, снова собирался набивать эту штучку. О, а что он в блоке был, прикол. Снова собирался бросать этот, а тут же у него почему-то какой-то умник сделал, что у этого Саб-Зиро планочку надо поймать.
Так вот, всегда у меня в хроме можно переключиться на там жену, там маму, дочку, там тестя, на всех, кому я настраивал хромы, и я сразу же под ним захожу, ну, именно их аккаунт. Потому что, например, тесть интересуется автомобилями, да, там. Посмотрит он какой-нибудь там Лада 15-ки, да? И Николай потом фигарит все об этих Ладах. Или там Каролина включит какую-нибудь... Каролина, это моя дочка. Хер его знает, что она смотрит. Леди Баг. Смешарики, пин-код. Без понятия, что она смотрит. Ну, короче, какой-то мультик. И оно мне потом эти мультики долбаные. А, ниндзя-черепашки, да. Да, да. Да, вы смотрели ниндзя-черепашки против Бэтмена? Я вот скачал ребенку 19 гигабайт, блин, надеюсь, этот самый потянет приставка. Приставка-то хавает. Дело в том, что у меня винт USB 2.0. 500-гиговый, который подключен к роутеру. И там все ролики более 20 гиг начинают подтормаживать. Так что я стараюсь, если качать фильмы, не более 20 гигабайт. Ну, чтобы на Android TV смотреть в зале. Еще на Android TV иногда мы играем в Mortal Kombat, в Dead or Alive. Прикольная штука, через Steam Link стримим туда в зал, когда гости приходят. Ой-ой, сейчас у него начнется регенерация. А мы ему, иди сюда! Бил. Черт! А вы видели, сколько пассивок на него действовало? 4 или 5 штук было нарисовано. Ой-ой, это злобный Люкан, он очень, он злюка, злюка-вонюка, давай, не хочешь? Ну ладно, моя очередь. Я уже, кстати, привык, даже не пялюсь в левый экран, вы заметили? Я этот раунд не смотрел в левый экран. Дело привычки, реально. Вот сижу уже, я так-то матч, Николай! Сижу уже полтора часа ролики записываю. Это, по-моему, 4-й ролик за сегодня. Я уже привык туда не смотреть, вот, да, что это, конец? Все, я боец 2, но надо все-таки, блин, для закрепления результата. 1 час 8 минут, я боюсь, что я спущусь вниз. И вы видели? То есть я не играл Mortal Kombat вообще. Блин, что он так тормозит на левом экране? А ну. Кстати, тест на шим проводил карандашом. Это такая прикольная штука, да? Когда карандаш держишь на белом фоне. Забавно, блин. Одно дело в интернете посмотреть, как это выглядит, а другое дело в реальности. Прикольно. На одном манике есть, а на другом нет. Так. Следующий отряд у нас Джексон Стивенс какой-то. Сыграй, пожалуйста, алмазным отрядом. Классика Люкан, классика Рептилия, классика Горо, классика. 4 раза он написал классика. И, наверное, дитё какое-то. Джексон, хорошо, сейчас сыграем. Ни одного этого, блин, ни одной запятой, нифига нету. Так, братишки. Я буду собирать отрядец для... кого? Для Джексона Стивенса. Что-то я уже устал. Но надо, надо 5-й ролик записать. И это связано не с тем, что роликов мало на канале, или это какая-то часть моей работы, или еще что-то. Я просто не хочу, чтобы я опустился ниже бойца 2-го. Куда я залез? Все. На этом все, с вами был Ник Фрост, Mortal Kombat Mobile и игра вашими отрядами. Я бы мог попросить вас не писать так много их, но я лучше буду выбирать те, которые мне нравятся. Ребята, пишите, пишите, я вас не буду останавливать, но не обижайтесь, если я вашими отрядами не буду играть. Просто я один, а отрядов до хрена. Можно было бы стримить, чисто стрим, играю отрядами подписчиков, но стримы это не мое. Это сейчас я тут сижу сам, мобилу вырубил, хотя там должен быть звонок по поводу стульев. Ну, обещают стулья привезти. Дочка у бабушки, жена на работе, зашибись, лафа, последний день отпуска, никто мне не мешает, время уже, блин, уже вечер. Никто мне не мешает, но стримы не мой формат, братишки, не мой формат, когда у меня вся семья дома. Какой нахрен стрим? И это еще кошара заткнулся, потому что я только что его удовлетворил, воды дал, погладил, жрать насыпал, и оно со спокойной душой пожрало, посрало, попыло и свалило. И не орет у меня сейчас под дверями, как обычно. Я, кстати, думал его еще принести, если будет орать под дверями, ну, показать вам, но котя где-то заткнулась. Все.
Пока-пока.